Мы с вами находимся на территории Яковлевского участкового лесничества. На данной территории в 2010 году прошел пожар. В 2013 году здесь была проведена подготовка почвы и произведена посадка леса. В посадке леса принимали участие волонтеры, жители местные, люди неравнодушные к нашей природе. Хочется что-то полезное сделать. Природу любим. Да. Хотим, чтобы природу, она была живой. Лес. Ежегодно работниками лесного хозяйства проводились лесоводственные уходы за лесными культурами. И вот сейчас они радуют нас своей красотой. В прошлом году этот участок отнесен к землям, на которых расположены леса. А это значит, что лесовосстановление было успешным. Спасибо всем неравнодушным гражданам, которые принимают активное участие в сохранении лесных богатств.